дорогие наши братья и сестры! С вами Евгений, директор хора Ермонаха Амвросия. Так получилось, что, как вы уже могли слышать из вчерашнего выпуска передачи о духовной музыке, у батюшки возникли проблемы со здоровьем, и он не может сегодня, и я думаю, что завтра пообщаться с вами. Поэтому вот этот период он благословил, чтобы звучали песнопения. Но было бы не совсем корректно, если бы видеоблог начинался и сразу бы включалось песнопение. Поэтому я решил взять эту миссию на один-два дня на себя и провести эти блоги. Вот сейчас вы видите за моей спиной компьютер, на котором монтируются все блоги, которые вы видите каждое утро в социальной сети Елицы. Давайте же послушаем с вами сегодня и помолимся за нашего дорогого батюшку Амвросия о скорейшем выздоровлении. Послушаем песнопение Сергея Васильевича Рахманинова, вторую часть, так как первую вы слышали вчера, молитвах неусыпающую Богородицу. Я со всеми вами прощаюсь, желаю вам здоровья, крепости духовной. Всего вам доброго. Братья и сестры, приглашаю вас на предстоящие выступления нашего хора. Наши концерты проводятся в формате концерт-лекции, то есть перед каждым произведением я что-то говорю о музыке, о содержании произведения, об авторах и так далее. 27 ноября. Это театр «Золотое кольцо», там, где было выступление у нас в мае. Тоже в преддверии Рождественского поста песнопение из литургии святого Иоанна Златоуста, накануне память которого празднуются рождественские песнопения и русские народные песни, которые вы еще пока нигде и никогда не слышали. Ссылочка по нашим концертам приводится внизу.